Ребята, всем привет! Сегодня уже следующий день. Решили снова копнуть. Полей много скошенных, так что походить есть. Места, где походить есть. Идем вот по этому полю. Сначала вот оттуда попадается всякая шмурдячина. Пенициллиновые колпачки. Проволока там. Такое неинтересное. Вот первый более-менее интересный сигнал — выпала конинка. Самая банальная, обычная, самая распространенная. Только дырочки выбиты не по центру почему-то. Ну что, первая находочка. Где-то минут 40 уже как на это поле пришли. Сейчас в обратную сторону пройдем и будем уходить с этого поля. Неинтересное какое-то. Ну что, продолжаем. Сегодня погода у нас бессолнечная, но в принципе нормально. На этом пока все. Продолжаем. Ребята, сейчас вот брат зацепил сигнальчик, монетосик, но это вообще без опознавательных знаков, лысая медная монетка, это что-то типа полушки, наверное, было, вообще никаких этих, ни надписей, ни рисунков, вообще ничего не осталось, утерянный экземпляр. Сейчас вот здесь маленько пройдемся, будем возвращаться в обратную сторону. И будем отсюда уходить. Кстати, странно, почему здесь такой убитый монитос попался. Вроде как песок. Ну ничего. Медь? А что? Не, ну это медь так. Ну, пока на этом все. Продолжаем. Ну что, ребята, продолжаем поиски. Вот здесь зацепил сигнальчик, выпала вот такая вот вещица. Это походу конина, бронзовая, посеребренная. Вот здесь есть сзади крепежки. Такая вот она. Видно, что она была посеребренная. Такие уже попадались, но не на этом поле. Вот такая вещица выпала. Продолжаем. Пока больше ничего особо интересного не попалось. Движемся в обратном направлении. Ребята, смотрите, какая штука попалась. Медная. Наверное, тоже было какое-нибудь украшение конской упряжи. Может быть и нет. Но она поломана. Здесь ушка не хватает. Здесь вообще куска не хватает. Такая вот штучка. Короче, какая-то металлопластика старая. Вот такая находочка. Продолжаем. Ребята, пока я вот тут конинку копал, брат вон там вырыл монетку. Это у нас, короче, кокаль, но видно, что вензель тут Николай II, а спереди не видно ничего. Но это 1/2 копейки. Да, 1/2 копейки. Там 1900 какой-нибудь, начало 900 года. Николай II. Но это кокаль тоже ни о чем. В общем, сегодня находок хороших нету. Сейчас, короче, дойдем до конца поля. Вот тут и тут маленько перейдем. Лес. И там будет еще поле. Пойдем туда. Смотрим, что еще найдем. Ребята, иду, машу. Короче, по полю зацепил сигнал 93-94. Копнул, стал 97 чисто. Без прыжков, без всяких. И вот выпала у нас эта монетка. Монетка, конечно, интересная. 2 копейки 1800 года. ЕМ. Павел I. Но сохран, можно сказать, кокаль. Ну, все читаемо, но сохран ни о чем. Если ее помыть, то там все сойдет, наверное. Ну, в общем, такая монета хорошая. Ни разу таких монет в более-менее хорошем сохране не попадалось. Все какая-то уставшая медь. В общем, уже почти дошли до края. Будем сейчас переходить на другое поле.
На этом пока все. Продолжаем. Ждем серебра. Ну что, ребята, перешли на вчерашнее поле, вышли вот из этих вот кустов, все перешпарились, крапива с человеческий рост высотой выросши, блин, еле пробрались. И вот здесь брат сразу зацепил сигнальчик, выпала монетка. Это у нас капуста или царица полей, 2 копейки 1814 года. Сохран со стороны орла зачет, со стороны 2 копеек пока ничего не видно, но скорее всего какаль будет. В общем, вот такой монетосик, в принципе ничего, находочка пойдет. Орел-то хороший, и год видно, и буквы видно, НС. А вот с этой стороны что-то как-то не ахти. Ну, потом почистим маленько, посмотрим, что получится. Ну что, сейчас пойдем, где вчера заканчивали. Вот туда. Тут у нас такие борщевики по 5 метров стоят. Вот этот борщевик метров 5 будет высотой. Охренеть. Продолжаем. Ребята, смотрите, какая пуля попалась здоровая, свинцовая. Ни разу таких не находил, но в видосах видел на ютубе. Не знаю, на кого это, на медведя или хрен знает. И старая ли она или нет, тоже не знаю. Из свинца, тяжеленная. Вот такая пуля. Ну что, продолжаем, двигаемся вот туда. Вот на круглый участок поля там попадаются монетки. Вчера там 2 серебра поднял. Ну что, продолжаем. Ребята, вот брат зацепил сейчас сигнальчик на гарет. Выпал вот такой вот обломанный крестик. Таких еще не попадалось. Интересный такой. Сзади у нас никакого рисунка, ни надписи, ничего нету, просто гладкий. А спереди такой вот тут рисуночек. Фотку потом вставлю. Тут на кресте даже венок такой висит. Таких еще не видел даже. Короче, 17 век. Лежал довольно-таки глубоко вот здесь в песочке. Ну что, продолжаем. Сейчас пивасика попьем, будем дальше ходить. Сегодня не жарко, нормально, комаров нету. Ребята, пока я отходил, ну, ходил вот там вот березы туда. Брат поднял, короче, полушку петровскую 1720 года, но состояние какальное. Чуть-чуть видно, что это тут орел двуглавый. Здесь написано полушка 1720 год, но уставшая сильно. Я находил такие получше на берегу. Там, в принципе, сохран хороший был, это ни о чем. Ну, что-то у меня сегодня сигналов мало, сейчас походим еще, посмотрим, может еще что выпадет. Ребята, ну что, у меня пока находочек нету, вот брат нашел такие вот находочки. Это у нас вот какая-то штука непонятная. Похоже на серьгу, может, нет, вроде какое-то украшение, но по сигналу не серебро ни хрена. Ну, не знаю, какая-то такая штука, с обратной стороны пустая. Советское какое-нибудь украшение, наверное. Может, нет, не знаю. И вот попалась еще такая пломбочка. Особо на ней ничего не видно, но вот с одной стороны видно год. 1821, вот тут написано. Старая такая пломбочка. Что она тут делает, не знаю.
Ну что, солнышко вышло, стало довольно-таки жарко. Место такое интересное, но что-то сегодня у меня не прет. Вчера было две серебряная монетка и чешуя серебряная. Сегодня как-то не особо. Ну что, скоро уже будем закругляться, но может еще что выпадет. Ребята, сейчас вот попалась вот такая вот украшалочка интересная. Не знаю, чего это, вот сзади есть такая скобочка. Сверху, наверное, вот здесь что-нибудь обломлено. Вот такая вот она узорчатая. Точно от чего это я сказать не могу, но что-то вот такое. Это, в общем, металлопластика. Уже двигаемся к дому. Тут вот оставший кусочек кожи, наверное, это крепилось куда-нибудь. Конина, может. Может, нет. В общем, не знаю. Но находочка такая интересненькая. Ну что, продолжаем пока. Да. Ребята, короче, сейчас нашел сигнальчик хороший, такой поверхностный, вторнул лопату, начал копать, и вот она наверху, монетосина лежит. Я уже взял, посмотрел, это у нас, короче, думал, ходячка, это у нас серебрушка. 20 копеек 1909 года. Такой сохран бодрый, в принципе, неплохая. Это Николай II у нас. В общем, сегодня тоже без серебра не остались. Охренеть, наверху она лежала, не знаю, сколько она лет здесь уже лежит. Вот так она лежала, вот тут вот. Тут, короче, маленько вот так травой было припорошивши, я лопату в сторону, и фигак, маленько землю приподнял, и вот она показалась. В общем, охрененная такая находочка. Это, наверное, сегодня последняя, так как уже пора выдвигаться. Но пока еще вот тут пройдем, тут нам недалеко осталось, может помахаем, может еще что выпадет. На этом пока все, продолжаем. Ребята, ну что, коп на сегодня завершили. Вот такие находочки у нас сегодня. Из монет у нас попалась сегодня двушка Павла I 1800 года, сохран такой кокальненький. Потом сейчас вот в конце попалась серебрушка 20 копеек 1909 года, Николай II, сохран нормальный, это все помоется, будет четенько. Затем двушечка капуста, спереди тоже она ничего, маленько потерли, нормально будет. В общем, 1914 года, сохран довольно-таки неплохой. И вот тут кокали. Вот это вообще неопознанный объект. Но скорее всего это хрен знает, что это такое. Без понятия даже. Петр I полушка 1720 года, тоже кокальная. Затем Николай II. Вот видно Николай II. Это, короче, 1/2 копейки. Тоже кокаль кокалем. Так, затем металлопластика, вот такая украшалочка интересная. Не знаю, что такое. Подвесочка. Конина посеребряная, плоская. Конина самая банальная, выпуклая, с двумя дырочками. Дырочки не по центру. Пломбочка. Такая пустая, но вот видно год. 1800. Короче, забыл уже какой год. 1831 или что-то такое. И такая вот непонятная штука. Какое-то украшение, наверное, с СССРовских времен. Обломочек от крестика. Крестик довольно-таки старый, не как обычно попадается. Этот, наверное, еще старее, чем другие.
И вот еще такая конина попалась большая, но ломаная. Так что это цвет мед. Вот такой коп был на сегодня. На этом завершаем. Лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео.